Ага. А, ну тогда окей. Нифига абрикосок тут. Ты помнишь, сегодня нашего 29 июля, 17 год, очень... да? Харьков, вон, мама. Ты помнишь, как 19 апреля снегом все завалило здесь? А, да, я помню. Тем более, это было весной. Весной, блин. Я думал, это на цветущие абрикосы навалило столько, что поломало ветки от мокрого снега. Я думал, вообще не будет абрикос. А ты посмотри, как рясно. Теперь это какая-то красная жила. Оранжевая жила. Так. Да, погодка, конечно. Пап, смотри налево. А ну-ка, сними. Что? Налево. Камеру поверни. Это, подожди. Ай. У нас, кстати, по прогнозам погоды уже 9 часов идет гроза. Похоже на грозу, сына? Нет, только на солнце. Это какой-то не гидрометцентр, а генератор случайных чисел. Да, абрикос, конечно, валом. И тут тоже было. Уже осыпались. Жизнь берет свое. Нет слов. 19 апреля. Апреля. 19. 17 год, Харьков. 23 апреля, 17 год, Харьков. 10, наверное. По Киеву. Вчера все было в снегу. Реально вообще в это поверить. 19-го завалило все снегом. Вон он. Остаточное явление. Снегопада, который накрыл Харьков 19 апреля. Оборвало провода. Ой-ой-ой-ой-ой. 12 апреля жарили шашлыки в футболочках. Снегопад, метель. Катаклизм природный. Вон тоже снег. Ну, то есть вчера утром я на работу шел, еще все было полностью покрыто снегом, а вот уже сегодня... Весна как весна. Это цветущие абрикосы. Цветов не видно. И, судя по всему, уже и не будет видно. Ну, абрикосам, конечно, хана. Это какой-то апокалипсис сегодня. Телепающийся провод добавляет колорита. 5:20 утра по Киеву. Безумно красиво. Безумно красивым все выглядит и столь же нереальным. Такого не было 100%. То есть иногда за всю зиму не бывает такого снега в Харькове. Это 50-я параллель северной широты, это не Заполярье. В общем, кот уже тропинку протоптал. Тоже в шоке, наверное. Да. Не Аляска, не Заполярье, а Харьков.
Здравствуй, Дедушка Мороз. Ой, пчелки, это все уже пчелки. Тю-тю. На абрикосы можете не рассчитывать. Глобальное потепление дает о себе знать. А, вон тоже еще снежок. Да.